Привет, это Warlord. Сегодня я знакомлю вас с набором LEGO Ninjago 70626 «Железные удары судьбы», один из двух самых больших и крутых наборов первого полугодия 2017 года. Кстати, первые серии нового сезона Ninjago уже можно посмотреть, к сожалению, пока не на русском, а на финском. Если посмотрели, то напишите, что вы оттуда узнали, потому что я не смотрел. Если хотите попасть в мое видео, то напишите комментарии. Самый лучший из них попадет в следующее мое видео по тематике LEGO Ninjago. Ну а мы смотрим на коробку. В наборе этом у нас 702 детали. Наверху LEGO Ninjago, изображение Кая и Ни. Возраст по сборке 8-14 лет. Артикул, ну и внизу справа показаны все мини-фигурки из этого набора. Здесь у нас 6 фигурок. Вот как выглядит коробка сзади. Здесь у нас изображение набора. Ну и внизу слева показано, что в набор включены все 4 клинка времени. Ссылку на набор я оставлю в описании. И если их пока нет в продаже, то подождите, вот-вот они появятся. Первая фигурка в наборе, наверное, понравилась мне больше всего. Это новая версия Ллойда. Мне кажется, лучшая версия Ллойда. Очень детализированные и интересные принты. Наверное, из всех ниндзя по принтам он пока нравится мне больше всего. Из вооружения у него есть 2 катаны, наплечники черного цвета, где можно разместить эти катаны, и также маска. Далее фигурка Джея, тоже в очень интересном костюме. Посмотрите на его маску, она темно-синего цвета. Также из вооружения у него, как и у Ллойда, есть 2 катаны. В этой серии уже начали различаться принты. Они очень сильно различаются, и, безусловно, это здорово. Следующая фигурка — Сенсей Ву. Вроде бы у него новый принт сзади. Лично я у своих фигурок такого принта не припомню. В руках у него черный посох и также у него головной убор. Такой же, как и в самой первой серии Ниндзягу, посвященная скелетам и лорду Гармадону. Далее у нас Командер Бланк. Тоже классная фигурка, отличные доспехи и крутейший шлем. Как вы видите, змеи на шлеме сделаны в виде прозрачно-оранжевых элементов. В руках у него топор, который сделан с помощью новой, эксклюзивной для серии LEGO Ninjago детали. Это лезвие прозрачно-красное, и обвивает лезвие у нас змея серебряного цвета. А теперь посмотрите на очень крутые принты и также на два выражения лица. Фигурка на самом деле грозная. Также спереди вы можете увидеть, что у него есть циферблат. Безусловно, у всех вермиллионов он есть. И, наверное, одна из лучших фигурок в серии LEGO Ninjago 2017 года первого полугодия. Переходим к двум самым долгожданным для многих моих подписчиков фигуркам. Это два близнеца. Первый из них — это Крукс. Сделана фигурка интересная. Очень понравилась мне та накидка темно-зеленого цвета, которую вы сейчас можете увидеть. Также внимательно посмотрите на его головной убор. Если не ошибаюсь, такой же головной убор был в одной из серий мини-фигурок, в одной из последних, у лучника. Только он был темно-зеленого цвета. Здесь же он черный, и на нем есть принт с механизмом часов. Посмотрите теперь на принты спереди. Здесь спереди вы можете увидеть принт. Здесь изображен телефон и наушники. Мне показалось это довольно странным, почему у этого героя он должен быть. Вроде бы у него устрашающий образ, а это немного не вписывается. Но все-таки довольно прикольно, несмотря на то, что странно. Ну а сейчас посмотрите на этого героя без маски, и в комплекте была прическа. У этого близнеца и у Акроникса тоже будет прическа. Ну и второй брат-близнец — это у нас Акроникс. Чуть позже, когда я сниму маску, вы можете понять, что это будет доктор Сандерс. Наверное, все нам это расскажут в новом сезоне, ну а пока мы отталкиваемся от этой мини-фигурки LEGO. Принты интересные, здесь у нас уже нет телефона с наушниками, но зато спереди вы можете увидеть песочные часы. Мне эта фигурка, конечно, понравилась больше, принты здесь более интересные. А вот так выглядит Акроникс, или же профессор Сандерс, без маски и с прической. Здесь уже он смотрится не так устрашающе, а скорее довольно нелепо, но тем не менее здорово, что есть такая опция, и довольно необычный сюжетный поворот получился у LEGO в сериале LEGO Ninjago. Смотрим на первую часть набора «Форт Алой Армии». «Форт Алой Армии» у нас служит дополнением к основной части набора, но тем не менее довольно хорошим дополнением. Служит отлично для различных диорам. Вы можете поставить сюда много ваших фигурок Алой Армии, и будет смотреться очень классно. Ну и под ним вы можете увидеть небольшой водный мотоцикл для Ллойда, чтобы он мог перемещаться по болотам. Но его мы уберем, а будем смотреть на более интересное. «Форт Алой Армии». Начнем с левой части. Это у нас тюрьма, где у нас изначально по коробке вы можете понять, что сидит Сенсей Ву. Вы можете открыть клетку и посмотреть, что же у нас внутри. Внутри особо ничего нет, у нас выползает змея, ну и здесь у нас будет заточен Сенсей Ву, пока Ллойд его с Джеем не освободят. Наверху есть, наверное, смотровое место, где будет стоять у нас Командер Бланк.
и тюрьму вы можете отсоединить, что очень классно, и присоединить другой стороной, потому что креплений у нас очень много. Кстати, дополнительная опция, вы можете эту лестницу поставить в такое положение и, например, скрепить ее вот так. Очень здорово, мне очень понравилась эта функция. На самом деле довольно необычно, что столько креплений, и вы можете сами моделировать и сделать тот форт, который вам бы показался лучше всего. На тюрьму посмотрели, отодвинем ее, чтобы она нам не мешала. И будем смотреть на самую высокую часть этого форта. Здесь у нас есть флаг Алой Армии и также яйцо, из которого у нас будут вылазить вермиллионы. Точнее, змеи красного цвета. Прежде чем смотреть на функцию, здесь у нас можно лестницу вот так вот перемещать. Но в таком положении она смотрится, мне кажется, хорошо. Что ж, сейчас давайте возьмем дальний план и смотрим. Вы двигаете копье, и яйцо у нас падает. Очень здорово, что когда оно падает, то оно у нас не падает, не разбивается, а с помощью специальной горки аккуратно съезжает вниз и продолжает катиться. Давайте еще раз на это посмотрим. А теперь давайте посмотрим на оружие. Здесь у нас сзади есть тайник, так сказать, в котором есть меч. Меч можно дать Акрониксу, потому что на коробке он был у него. И здорово, что он здесь есть. Как вы все понимаете, это новая деталь, и она мне очень нравится. Мне кажется, это одна из самых лучших деталей в новой серии Ниндзяго. И, кстати, посмотрите, здесь у нас есть еще одно крепление. То есть вы можете поставить тюрьму, я так полагаю, еще и в такое положение. Кстати, так она мне нравится даже больше. Здесь она смотрится уже компактно и более целостно у нас выглядит постройка. Смотрим на основную часть набора, механического змея. И, кстати, в конце обзора мы его сравним с драконом огня и воды, который у нас был в наборе кузницы дракона. Потому что я очень ждал этот набор, чтобы их сравнить. Что ж, давайте смотреть. Это у нас достаточно масштабная постройка, которая состоит из большого количества деталей и собирается очень интересно. Мне понравились некоторые конструктивные решения. Например, как вы можете увидеть, благодаря механизму у нас не полностью змея падает вниз, а благодаря деталям задерживается вот в такой необычной позе. Ну и, кстати, вы можете ее немного подвинуть вперед, и она упадет. Что ж, сзади есть хвост. Хвост у нас состоит из нескольких частей, и соединяются они шарнирными соединениями. На конце есть два ятагана, такого вот бронзового цвета. В кузнице дракона был один, ну а в этом наборе, внимание, их 4 или даже больше. Очень здорово, и мне это нравится. Кстати, его клинки тоже такого же цвета. Смотрим на его руки. Они у нас подвижны, но тут, наверное, единственный минус набора за счет вот этих черных деталей, которые я, когда храню его на полке, убираю, они двигаются плохо. Ну а когда вы их уберете, конечно, подвижность будет идеальная. Но так я вам показываю целостный набор, я их пока поставлю обратно. Здесь же у нас первая функция, вы можете дать ему в руки два клинка. Так он у нас находится с этими двумя клинками на коробке. В общем, сейчас посмотрим. Вот у нас первый клинок, как выглядит. Ставим его сюда. Он здесь не до конца прислонен, поэтому вы должны его пальцы зафиксировать, и тогда он может орудовать клинком. Также здесь есть второй клинок, как вы все понимаете, но я пока оставлю один, так как с одним, мне даже кажется, он более эпично выглядит. Также у него на конечностях есть две красных змеи. Такие же змеи были в наборе с Самурай VXL и в наборе с Кузницей Дракона у Бафмиллиона. В этом наборе у нас было не так много наклеек, но они были. Несколько есть в кабине и несколько есть на самом туловище этой огромной змеи. Уделим время кабине. Здесь вы можете убрать его голову, и тогда сможете поставить сюда две фигурки двух братьев, повелевающих временем. Но мне кажется, без них это даже выглядит более интересно. Если бы эта змея была автономной, то это, мне кажется, было бы еще круче. Также здесь у нас есть функция по запуску пружинной ракеты. А теперь давайте посмотрим на главное, что здесь есть. Это огромный циферблат, вокруг которого у нас расположились все 4 клинка времени. Этот циферблат – это огромная принтованная деталь, эксклюзивная. Ну и за ним деталь тоже принтованная. Как же он работает? Сзади есть несколько шестеренок, и если вы будете их крутить, будет вращаться циферблат. Это очень интересно и очень круто выглядит. Вы только на это посмотрите. Сейчас посмотрите, как механические змеи выглядят сзади.
Ну и вот так выглядит противостояние дракона огня и воды и огромного механического змея. Напишите, кто вам кажется круче. Лично мне кажется круче, конечно же, механический змей. Он высокий и выглядит очень мощно. Ну а если сравнивать по наборам, то у дракона есть преимущество. Он — это дополнение кузницы драконов, которая понравилась мне в первом полугодии 2017 года, конечно, больше всего. Но у набора с механическим змеем почетное второе место. Обязательно пишите в комментариях, какой ваш любимый набор Лего Ниндзяго первого полугодия 2017 года. Мне, как вы все поняли, больше всего понравилась кузница дракона. Но и этот набор я не ожидал, что он мне настолько понравится. Очень интересный, отличные фигурки. Ставьте лайк, если понравился обзор и вы ждете еще обзоры на наборы Ниндзяго. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу. Удачи и пока!